Добрый вечер, дорогие друзья. Вот так у них глаза не светятся, когда на камеру смотришь. Ого. Ну вот, что у нас нового, веселого? Спасибо за добрые слова для Лады. Она сегодня выручила. Я ездил в Воротынск, где она живет, отдавать в ремонт нашего монстра. Наш теперь средство передвижения с Вероникой Георгиевной на 2 недели. Вот сие орудие починить Мазду у нас финансов нету и ума, особенно у меня. Лисоньки наши, снег идет. Завтра везем стерилизовать Багиру, последняя собака, которая осталась не стерилизованной. Вот Филя, добрый мальчик. И буду чинить ту самую, вот эту теплицу. А истину это, что там за гавканье какое-то? Кто там? Алло! Что там такое? Что у меня тут такое происходит? А? Так, что ты тут? Что ты тут мне разгавкалась? Что ты мне тут себе хозяйку корчишь? Я тебе возьму палку и отлуплю. И что она мне тут? И ты тоже вон, мать свою забирай и уматывай тебя отсюда. Гавка тебе не тут будет. Но. Дети. Чуть-чуть присыпало снегом, но это не беда. Да? Эй, волчары, чего вы спрятались? Бармалей, Барма, мальчик мой. Они глазища горят. Я Руся, вот она всегда знает, что папа пришел. Это папа пришел, и даже если у него на камере огонечек светится, то это значит ничего такого страшного. А, узнали? Что вы? Спасибо, друзья, за поддержку, спасибо за теплые слова. Но мы очень надеемся, что у нас это не финал. Не начало, вернее, финал осени, начало зимы. Я вас там обоих сейчас... Вот что, этот снег сойдет. И еще будут теплые погожие деньки. Даешь бабье лето в конце октября. Во. Как вам лозунг? Ладно. Мы пошли домой. Вернее, поехали на нашей сумке. Вам удачи, любви, мирного неба.